Дома в стрессовой ситуации я была, видимо, уже долгое время в состоянии злой собаки. Программа оправдала все мои ожидания. Космос как будто помогал мне выстраивать путь к достижению большой цели в плане любимого тела. Я пришла в программу КМБ для того, чтобы вернуть веру в себя, в то, что все возможно, вернуть свою гармонию, которая была на каком-то этапе потеряна из-за стресса, произошедшего 2 года назад со мной и с моей семьей в плане бизнеса, и для того, чтобы понять, чем я хотела бы заниматься в дальнейшем на рынке США, который для меня новый. И вот находясь здесь 3 года, я долгое время не могла понять, что же надо мне здесь делать, чтобы мне было и интересно, и прибыльно. Дома в стрессовой ситуации я была, видимо, уже долгое время в состоянии злой собаки, и это было нехорошо. Начав изучать законы жизни, делая все наши задания, я поняла, что мне надо делать. То есть эту цель я достигла. Я прописала дорожную карту по достижению этой цели. И хочу вам сказать, что когда твой мозг успокаивается, то космос как будто помогал мне выстраивать путь к достижению большой цели в плане дела, любимого дела. Что касается отношений с мужем, как только я приняла ситуацию, что с нами произошло в бизнесе, и что не надо никого обвинять в этой ситуации, и не надо задавать 1000 раз вопрос «почему?», я увидела прям буквально, знаете, на глазах, как мой муж, он тоже отпустил эту ситуацию прошлого и подключился к решению текущих вопросов более воодушевленно, потому что он, видимо, видел, что я не хожу с лицом злой собаки. Так что мое спокойствие 100% помогло нашим отношениям вернуться в обычное наше гармоничное русло и расправить крылья моему мужу, который, я уверена, достигнет всех своих целей, которые он хочет достичь. И что удивительно в этой программе произошло за период обучения, что придя с одними целями и в целом, как я вам с вами поделилась, довольно быстро определив, что надо, мне подсветилась ситуация, что в отношениях со своим старшим сыном я вела себя постоянно как злая собака. Видимо, пока я строила карьеру, и мне так удобнее было, может быть, с ним общаться. Иди сюда, сделай быстро. И сейчас, когда ему 22 года, я видела сопротивление, меня очень многие вещи триггерили. Здесь он поступил безответственно, здесь он поступил не так, а здесь надо было вот так. И, в общем, вот во всей этой программе, придя с одними целями, я поняла, что я упустила свою ответственную позицию как мать при воспитании своего старшего сына. И поэтому как дополнительную цель я себе сейчас поставила, и во время уже программы, это улучшение отношений с сыном. Не в плане, что они плохие, а улучшение себя в роли матери. Когда я принимаю сына такой, какой он есть, даю ему свободу выбора, даю ему возможность делать ошибки. И при этом всегда люблю его, поддерживаю, принимаю. Поэтому программа оправдала все мои ожидания. Я очень благодарна куратору своему Ольге Романовой, которая моя близкая подруга, является также, за то, что она меня сюда привела, за то, что она провела меня по этой программе. Да я уверена, что это любому человеку полезно. Знать законы жизни и следовать им полезно всем. Всем спасибо, всех люблю. Целую.